Как я оформляю резинку в базовом свитере? Это не победительный мастер-класс, объясняю только принцип, но вы все поймете. Это край изделия. Основное полотно я вязала спицами 2,5, для резинки перешла на спицы номер 2. Убавление перед резинкой я не делала. Связала 43 ряда резинкой 1 на 1, лицевая и изнаночная. Теперь задача подогнуть получившуюся резинку и одновременно закрыть петли. То же самое я уже сделала на манжетах, и вот что получается. Приступаем. На правой спице у меня уже есть петля. Я цепляю петлю с левой спицы, одновременно протягиваю нить через основание этой петли на изнаночной стороне, провязываю и набрасываю петлю с правой спицы на левую. Таким образом закрываю петлю. Еще раз. Переношу петлю с левой спицы на правую, делаю протяжку на изнанке, провязываю 2 петли вместе и закрываю петлю. Вот что получается в итоге. Двойная эластичная планка по краю изделия.